Добрый день. Я разговариваю сейчас из кабинета Академии красоты Монплатин. Пошла я сюда по приглашению моей бывшей поклонницы по театру. Она была девочка, ее уже взрослая актриса. Теперь она уже стала женщиной, и вдруг звонок, подарок от моей девочки. Ну, думаю, почему не пойти? Пришла совершенно очарована специалистом, очарована Леночкой, которая мной занималась. Удивительно светлая, ясная, внимательная. Ну и, конечно же, я советую всем обращаться к Академии красоты, потому что настроение поднимается, потому что стимул на целый день зарядки положительных эмоций, свежести тела, души и лица. Приходите в Академию красоты.